данном видеообзоре мы рассмотрим проводную оптическую мышь фирмы DTECH модели DE5099G с высокоточным оптическим датчиком технологии G-Laser. Из-за нескольких вариантов расцветки мышь прекрасно подойдет как для женской половины пользователей, так и для мужской. Технология Double Lens обеспечивает плавное и высокоточное отслеживание курсора. Оптический датчик с высоким разрешением в 1000 dpi и технологией BlueTouch Technology гарантирует точное и плавное перемещение курсора на большинстве типов поверхностей. Интерфейс подключения USB 2.0. Простое подсоединение к USB порту и при этом не нужно инсталлировать никаких драйверов. Стильный корпус изготовлен из пластика. Покрытие мыши блестящее, с прорезиненными вставками. Подходит для работы как правой, так и левой рукой из-за своего симметрического дизайна. Мышь совместима со всеми операционными системами. Количество кнопок 3 и колесо прокрутки. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.